все только что и показывают самые лучшие способы заработка, новые крутые работы, на которых можно заработать там миллионы денег. Но никто не показывал вам самые забытые работы на Аризона РП. Некоторые даже из вас не знают о тех работах, которые я вам сегодня покажу. Все они когда-то были актуальными и приносили огромные деньги по меркам того времени. Но со временем про них забыли не только игроки, но и разработчики, которые никак не улучшали эти работы. Надеюсь, после этого видеоролика эти работы хоть как-то видоизменят или вовсе удалят с проекта. Захожу в центр занятости и встречает нас тут обширный список работ. Инкассатор, дальнобойщик, пилот и так далее. Но кто вообще работал на работе парковщика? Доступна она всего со второго уровня, что должно ее по идее делать имбой для новичков. А суть работы заключается в расставлении неприпаркованного транспорта на платных парковках. За каждый припаркованный транспорт вы будете зарабатывать по 15 тысяч баксов. Ну, честно говоря, как-то не густо, но смотря сколько этих неприпаркованных машин будет. У Николая почти на каждую работу можно взять дополнительное задание, которое дает АЗ коины, ларцы и XP. Прописываю /финт-парк, а тут на каждой парковке всего по 2 машины, но одна отличилась, целых 27 машин. Находится она у автобазара, на стандартной парковке. Вот у этой кабинки переодеваюсь в форму, и теперь нужно просто садиться в криво припаркованные машины и отвозить их на место. Не особо понял, как узнать, какая машина вообще не припаркована. Попытался поставить эту на стоянку, а мне пишет, что данный транспорт не нуждается в парковке. Попробовал так почти со всеми машинами, и мне удалось поставить на парковку только вот эту машину, за которую мне и дали 15 тысяч. Ну ладно, может это только на этой парковке вот такие дела. Телепортировался по другим парковкам, а те две машины, что пишет, это не машины игроков, а рабочие, которые нельзя припарковать. Помимо того, что эта работа не актуальна, так еще и не актуальны сами парковки. Ими никто и не пользуется. Из всех парковок мне удалось запарковать только вообще один автомобиль. Следующая работа — продавец хот-дога. Раньше она пользовалась спросом лишь за счет квеста, где можно было получить АЗ коины и дополнительным заданием у Николая тоже на АЗ. Но когда обновили систему начальных квестов, эту работу просто взяли и оттуда вырезали. Переоделся в одежду петуха и взял в аренду фургон-сосиску. Закупил хот-доги и поехал на точку продавать по 10 тысяч за штуку. Первое место, которое пришло в голову — автобазар. Там всегда много людей. Только поставил продажу хот-догов, как у меня сразу купили уже 4 штуки. Простоял я недолго, мне сообщили, что тут вообще нельзя находиться по правилам сервера, да и заработок просто позорный. Если где-то и работать, то точно не здесь. Ставлю оценку минус 100 из 10. Следующая работа — ремонтник дорог. Ну вот про нее вы уже многое слышали. Как только она вышла, она сильно пользовалась спросом. Был и хороший заработок, и с определенным шансом еще и падали и ларцы. Ну как тут сейчас обстоят дела? Находится работа недалеко от КПП ЛСЛВ. Переодеваюсь в форму и арендую машину. Можно работать с напарником, так прибыль будет больше, но напарника у меня нет, поэтому я сейчас один. Прописываю /roadmap, и открывается старая менюшка, которая была актуальна еще несколько лет назад. Приехал на ближайший разрушенный участок дороги и приступил к ремонту. Суть проста: нажимать на стрелочки вверх-вниз, тем самым удерживать этот ползунок в центре и дождаться 100%. Система весьма интересная, но все вот эти диалоговые окна, меню устарели. Видно, что работу давненько не обновляли. А вот не выпал ларец, о котором я и говорил. Пробил его цену, средняя цена на рынке 324 тысячи. Ой, как же долго поднимается этот ползунок вверх. Возможно, это связано с X4 на сервере и могут быть нагрузки на сервер, так как много игроков. Хотя сейчас уже поздно, онлайн даже не фуловый. Спустя 8 минут до конца загрузил машину и поехал сдавать на ближайшую свалку. Дальше продолжать работать не вижу смысла. Мне главное узнать, сколько можно зарабатывать за один заход, и там уже можно высчитать прибыль за час. Завершаю работу и получаю 146 тысяч. Если в Фоме было бы прокачано специальное улучшение, то получил бы еще столько же. Но даже с учетом этого, на один заход я потратил порядка 15 минут, а заработал всего 450 тысяч. К этой сумме прибавил цену ларца. Соответственно, за час можно зарабатывать максимум 2-2,5 миллиона, если будет вести на выпадение ларцов. Следующие работы можно поместить в один подпункт: руководитель завода, руководитель грузчиков и главный фермер. Все они доступны с 15 уровня. Суть максимальная.
максимально проста. Кинут приглашение на работу новичкам, которые там пашут, и с каждого их захода мы будем получать денежки, чистые прораб. Почти как АФК заработок, если бы на этих работах были работяги. На заводе было несколько человек, но все из них оказались боты, которые не принимали мое приглашение. Эти работы очень прибыльные на открытии нового сервера, когда все игроки выполняют квесты и работают на начальных работах. Следующая работка – машинист электропоезда, доступна также с 15 уровня. Кто-то еще вообще помнит, что можно ездить по всей карте на поезде? Переодеваюсь в форму и начинаю рейс. О, вот тут интерфейс полностью переработали и обновили под современный. Снизу видно, сколько затрачено времени и доход за рейс, а сверху ограничение по скорости и количество предупреждений. Забрал первый чекпоинт и доход за него 95 128 баксов, а по времени потратил 3 минуты. Завершаю рейс и заработано 523 тысячи, но за счет улучшения в семье получил еще дополнительные 523к и плюсом ларец с премией. Если все подсчитать, то за рейс, который длился 11 минут, я заработал 1,2 к. В час можно заработать около 5-6 миллионов. Ну, спасти работу может только поднятие зарплаты или какой-то новый ларец. Даже на первом уровне за час можно заработать в разы больше. Все способы я показал в предыдущем ролике. Подсказка будет в углу экрана, где я заработал 100 миллионов с нулевого аккаунта. Еще одна работа, на которой мало кто работает, это мусорщик. Доступна с 6 уровня. Вау, тут также обновлен интерфейс, как и у новых работ. Высвечиваются всякие подсказки. Сама работа в принципе простая. Подойти забрать мусорку и отнести сзади на чекпоинт у машины. Плюсов, что не нужно самому искать заполненную мусорку прям на 100%, как это было раньше. Ближайшая заполненная мусорка отмечается красным чекпоинтом на карте. Разгружаю мусоровоз и зарабатываю 226 тысяч, плюс дополнительные 40 тысяч за улучшение в семье. И это все за каких-то 6 минут. Перемножаем все и выходит, за час можно заработать примерно 2-2,5 миллиона. При этом есть шанс выбить ларец премии, из-за чего заработок может быть еще чуть повыше. Следующая работа – металловозчик. Можно считать новая. Ее добавили в одном из недавних обновлений. По доступу она с 7 игрового уровня. Но в мой список она попала не просто так. В первое время она была на хайпе, и на ней работал прям каждый. Переодеваюсь в форму, и нас отправляет забрать погрузчик в зоне погрузки. На циферку 2 открывается список вызовов. Выбираю самый ближайший. Суть работы сложнее, чем на остальных, но быстро понимаешь, что и как нужно делать. Как только заглушили двигатель, сзади на чекпоинте берем погрузчик и забираем разрушенный автомобиль. Загружаем его в нашу машину и возвращаем погрузчик на место. Ну а дальше просто едем на специальное место, но всегда в одном и том же месте, недалеко от фермы льна и хлопка. И проворачиваем все то же самое, но только теперь разгружаем и отвозим машину на метку сдачи. За одну такую машину я получаю 480 тысяч. Ну а заработок тут зависит от дальности машины, которую вы будете собирать. Один заход может занимать как и 3 минуты, так и 10 минут, если выпадет где-то в СФ или углу ЛВ. Работать тут или нет, решать вам самим. Как по мне, есть множество других крутых способов заработка, опять же повторюсь, которые я уже показал в предыдущем ролике. И для последней, самой ужасной работе, мне нужно отправиться на Vice City. Ремонтник дорог, мусорщик и все остальные работы тут также есть, как и на обычных серверах. Но вот работа спасателя, для которой нужен 30 игровой уровень аккаунта, ни на одну работу на проекте не нужен такой высокий левел, как здесь. Тут, наверное, же заработок крышесносный, да, ну 100%. Перемещаемся, значит, на пляж, переодеваюсь в рабочую форму и, внимание, за каждого спасенного утопающего вы будете получать по 35 Vice City долларов. Не 3,5 тысячи, не 35 тысяч, а просто 35. Ну, хорошо, давайте проверим. Может, это просто ошибка какая-то и забыли изменить или добавить пару нулей. С помощью бинокля нашел утопающую женщину и бегу ее спасать. Главное еще, конечно же, успеть до окончания таймера, иначе придется начинать по новой. Подобрал утопающую и несу в ментпункт. Ну что ж, ребят, интрига. Вы успешно спасли утопающего и заработали 35 Vice City долларов. Можете продолжать работу. Ну уж нет, спасибо. За такие копейки продолжать я не стану. Обменял их в банке, и чтобы вы понимали, это 3000 долларов за 3 минуты работы. Это, конечно же, позор и максимальный отстой. Любая работа на Аризоне, даже начальнее, будет, конечно же, при
прибыльнее, чем это на острове Vice City.